В станице Анастасиевской состоялось открытое первенство Славянского района по легкоатлетическому кроссу под девизом «Спорт против наркотиков». В состязании приняли участие команды из разных поселений района. Кто стал самым быстрым по итогам первенства, об этом вы узнаете из репортажа Галины Лубашевой и Романа Подопригоры. Спортивный праздник начался с торжественного построения участников на стадионе станицы Анастасиевской. На открытое первенство Славянского района по легкоатлетическому кроссу под девизом «Спорт против наркотиков» съехались юноши и девушки в возрасте от 11 до 15 лет с разных сельских поселений. Организаторами соревнований выступил тренерский состав ДЮСШ «Олимп». После торжественного открытия спортивной встречи прозвучали приветственные слова в адрес юных спортсменов, и кросс начался. С азартом и энтузиазмом бегуны отправились покорять дистанции на 300, 500, 600 и 800 метров. А на финише ребят ждали тренеры, болельщики и результаты соревнований. Итоги открытого легкоатлетического кросса выглядят следующим образом. Дистанция 800 метров среди юношей 99-2000 года рождения. Первое место Розин Игорь, ДЮСШ «Олимп». Второе место Ончул Григорий, ДЮСШ «Олимп». И третье место Тимовский Павел, ДЮСШ «Олимп». Среди девушек 99-2000 года рождения на дистанции 600 метров первое место завоевала Лукошина Кристина, ДЮСШ «Урожай», хутор Барониковский. Второе место досталось Яровой Арине, ДЮСШ «Олимп». И третье место завоевала Федоренко Инна, ДЮСШ «Урожай». Дистанция 600 метров. Мальчики 2001-2002 года рождения. Первое место Гаврилов Данила, ДЮСШ «Олимп». Второе место Гарин Никита, ДЮСШ «Олимп». И третье место Иванов Антон, воспитанник ДЮСШ «Олимп». Дистанция 500 метров. Девочки 2001-2002 года рождения. Первое место завоевала Денисенко Жанна, ДЮСШ «Урожай». Второе и третье место завоевали воспитанницы ДЮСШ «Олимп» Мурая Ксения и Марухно Катя. Дистанция 300 метров. Мальчики 2003 года рождения. Первое место Токарев Сергей, детская спортивная школа «Урожай». Второе и третье место заняли воспитанники ДЮСШ «Олимп» Стрельченко Денис и Походеев Дима. Среди девочек на дистанции 300 метров первое место досталось Кузьминкиной Веронике, ДЮСШ «Олимп». Второе место Васильевой Анне, детская школа «Олимп». И третье место завоевала Мягкая Маргарита, детская спортивная школа «Урожай». Завершилось спортивное мероприятие торжественным награждением. Победители получили заслуженные кубки и медали, а болельщики – воспоминания о соревнованиях, заряд позитивных эмоций и фото на память с чемпионскими наградами.